Здравия, мои дорогие зрители и читатели! 2021 год для меня – это юбилейный год, так как мне исполнилось ровно полвека. Полвека, можно сказать, это младенческий возраст, когда человек только начинает осознавать, кто он, куда он идет и что ему от его жизни нужно. Осознав это до конца на 100%, я продолжаю свое поэтическое творчество и продолжаю передавать для вас поэзию, высокую поэзию, поэзию среднюю, поэзию низкую, всякую поэзию, которая через меня проходит. Мы, поэты, являемся пустыми сосудами, проводниками вдохновения небес. Некоторые проводят энергии богов, а некоторые сами являются богами и проводят собственные энергии, энергии своего высшего «Я», воплощая их в своем творчестве. И не обязательно в поэзии, а также в других многочисленных видах творчества. В этом году я принял активное участие в публикации альманахов Национальной литературной премии «Поэт года». В этой премии есть несколько номинаций. Первая номинация сама по себе «Поэт года». И на каждую номинацию выдается диплом номинанта. Первая номинация, в которой я участвовал, называется «Дебют». Альманах под названием «Дебют». Здесь было опубликовано только одно мое стихотворение. Оно называется «Пока Бог спит». Вы можете его увидеть на моем канале в YouTube. И не только услышать, а даже и увидеть. Послушать мою мелодекламацию. То же самое и с другими стихотворениями. Следующая номинация называется «Лирика». В номинации «Лирика» было опубликовано два моих стихотворения. «Вселенная звезды роняет» и «Пустота». Их тоже можно послушать в формате мелодекламации в YouTube на моем канале. И сама по себе номинация «Поэт года». Здесь было опубликовано мое стихотворение «Магия слова». Я неоднократно читал это стихотворение на моем канале в YouTube, а также публиковал его на всех моих ресурсах и в социальных сетях, и в Одноклассниках, и в Facebook, и ВКонтакте. Но, тем не менее, я вам прочитаю его, чтобы мы все вместе пожелали этому стихотворению большого успеха, большой и доброй аудитории. Много поклонников для этого стихотворения, которое было передано через меня и обрело в этом мире свои энергии, свое звучание, свой строй поэтический и свой звук. Магия слова. Магию слова твори, магию доброго слова. Наши стихи о любви,
ангелы мира иного, наши хранители душ, тайны в урочищах рощах, им смысл древних присущ, нет его чище и проще. Слово начало начал, мудрое русское слово. Тот, кто его изучал, знает надежды былого. Пусть убивают и жгут, страсти пусть рвут нас на части. Свет вдохновенных минут слаще бессмысленной страсти. Будь же в покое поэт, чувства, мечты проявляя, лучик ты чистый свет, ангел-хранитель из рая. Знай, рай всегда на земле ждет нас, поэтов, при жизни. Русь, птица Феникс, в зале мы служим вечной отчизне, мы исцеляем в любви, слово любви исцеляет. Музу, друг мой, не зови, муза нас видит и знает. Благодарю вас за внимание к моему творчеству.